Благовещенец, мне очень страшно. Ты знаешь вообще, что в мире творится? Сплошные катаклизмы. А может быть, и наш город не исключение? Мне кажется, что мир скоро рухнет, и земля уйдет из-под ног. Ну его нафиг, короче. Вещи первой необходимости собрала. Пойду найду укромное местечко. Да схоронюсь до лучших времен. Вот такая петрушка, Благовещенец. Кто предупрежден, тот вооружен. Найду себе убежище, а ты, если что, подходи. Будем вместе прятаться. Для меня важны три момента. Рядом должна быть еда, тепло и возможность следить за событиями в мире. В первую очередь, еда. Я перенервничала, и это нужно хорошенько заесть. Вот такими сэндвичами. Кстати, это не банальный бутерброд, это целое искусство. Состоит сэндвич из двух или нескольких ломтиков хлеба и одного, двух, трех слоев мяса или других начинок. Благовещенец, факт. Для американской армии придумали сэндвич, который не портится в течение 3 лет. Вот бы мне такой бутербродик. Очень сытно, не всегда калорийно, кстати. Сэндвичи делаются и с совсем не жирной куриной грудкой, и с рыбкой аппетитной. А в сочетании со свежими овощами сэндвич еще и обогатит твой организм витаминами. Второй важный пункт в обустройстве моего укрытия – это удобство и уют. Уюта тут предостаточно. Чувствую себя как дома, даже в сон потянуло. А на мягком диване грех не вздремнуть. Думаю, и ты, Благовещенец, в таких интерьерах себя комфортно чувствовать будешь. Благовещенец, говорят, сладкое положительно влияет на нервную систему. Можно испуганной девушке сладенького? В летнюю жару, конечно, лучше употреблять легкую пищу. Десертов это касается в первую очередь. Благовещенец, останови свой взор на десертах из свежих фруктов. Груша, так сладко облитая шоколадом, то, что нужно. Или десерт суфлебери, тоже нежирное угощение. Теперь, когда нервишки мои не шалят, я со спокойной душой окунусь в интернет-просторы. Может, там, наверху, уже тихо и мирно, а я все боюсь чего-то. И ты, Благовещенец, почаще заходи в интернет, читай новости. Да не в социальных сетях часами общайся, а о науке, музыке, политике и спорте последние новости узнавай. Повышай давай свой кругозор. А я чего-то тут основательно пригрелась. Наверх выходить нет желания. Решено, остаюсь тут. Больше ничего не боится и вообще себя комфортно по жизни чувствует Дарья, дежурная по рубрике.